А в Алматы с большим успехом прошла премьера спектакля «Коркыттын көрі» в постановке известного в Европе режиссера Йона Вайткуса. Ценители театрального искусства с нетерпением ждали этого дня, чтобы увидеть древнюю тюркскую легенду в новой интерпретации. Смогла ли работа прибалтийского режиссера завоевать сердца зрителей и почему именно заграничный метр вставил эту пьесу, узнал Оскар Сергалиев. Легенда о мудром старце по имени Коркыт, который не мог смириться с мыслью, что смерть неизбежна, вновь ожила на сцене казахского театра. И хотя главного героя постигла трагедия, сама мысль этой легенды весьма оптимистична. Человек, который пытался убежать от смерти, в итоге нашел бессмертие в служении человечеству. По мнению самого режиссера-постановщика, в наш век, когда материальные ценности становятся выше духовных, этот философский реквием как никогда актуален. Теперь деньги ведь основная ценность, поэтому возврат чуть-чуть к этим ценностям, которые и держатся мир, еще не рухнул он, только это вот эти ценности, этот спектакль и эта пьеса эти ценности затрагивают. Мэтр признается, что готовился к этой работе несколько лет, а поставил спектакль всего за полтора месяца. Казахские актеры оказались талантливыми учениками. Театральные критики высоко оценили новую постановку. По их мнению, понять глубокую философскую мысль помогает необыкновенная атмосфера, которую удалось создать на сцене театра Уэзова. Тут вообще такая сценография космическая. Визуальный ряд очень интересный. Костюмы, игра актеров, проживание на сцене актеров. В свое время пьеса известного драматурга Ирана Гаипа, поставленная на сцене Тюза имени Мусрепова, завоевала не только симпатии зрителей. Тогда, в начале 2000-х, исполнитель главной роли Балтабай Сейт Мамутулло стал обладателем главного приза на фестивале тюркоязычных стран в Казани. И теперь отечественные театралы поставили перед собой более амбициозную цель – выйти на международный уровень. Для этого и был приглашен известный в Европе театральный режиссер. Оскар Сергалиев, Кенже Амраев из Алматы.